Тапочки и зубная щетка – все, что рекомендуют брать с собой в больницу будущим мамам. Эту и другую важную информацию смогли получить женщины в Химкинском родильном доме, где прошел день открытых дверей. Встретил девушек заведующий родильного дома Семен Казарян. Он подробно рассказал о том, как устроена работа в больнице, и даже провел небольшую экскурсию. Главная особенность этого роддома в том, что у каждой женщины есть индивидуальный специалист, который ведет беременность от начала до конца. И это по полису медицинского страхования. Также палаты здесь одноместные и двухместные, поэтому беременные и только что родившие смогут расположиться с комфортом. В ходе экскурсии осмотрели родильную палату и заглянули в послеродовое отделение. Это отделение выполняет функцию обучающего отделения. Сейчас я вам объясню. Вас здесь научат, как правильно держать ребенка, как кормить ребенка, как ухаживать за ребенком, как правильно сцеживать грудь, как правильно обрабатывать пупок, как правильно одевать памперс, как правильно ребенку подмывать. То есть это обучающее отделение, чтобы вы, когда пошли домой, вы не боялись своего. Рождение ребенка – важное и непростое событие, с ним связано много страхов и сомнений, поэтому беременные нередко мониторят все отзывы. Алена Абрамова несколько дней назад родила девочку, сейчас делится с беременными своими впечатлениями об этой больнице. Говорит, условия комфортные, поэтому роды прошли быстро и без осложнений. Познакомились все врачи со мной сразу, и вот и заведующий отделением, два на моих родах присутствовали. Все это было исключительно бесплатно, и я вообще просто в восторге. Но я говорю, я сама в этом роддоме родилась, мне когда узнали, говорит, иди, говорит, сразу не думай. Беседу женщин с врачами завершили за чашкой чая. Заведующий отделением ответил на все самые сложные и личные вопросы.